последствиях коммунальной проблемы приходится разбираться жителям Усолья-Сибирского, тем, кто имеет право на льготу по оплате коммунальных услуг. Люди не могут получить ее из-за того, что им присылают квитанции сразу две управляющие компании. Какой из них платить, непонятно. Ведь для другой они автоматически становятся должниками, а в этом статусе компенсация не положена, таков закон. Ситуация возникла еще в 2011-м, и за последние несколько лет ее заложниками стали сотни человек, жители 35 домов. Местное управление социальной защиты проводит разъяснительную работу, и большая часть льготников все-таки смогла решить проблему с долгами. А следовательно, получила право на выплаты из бюджета. Этим людям выдадут компенсацию, в том числе за предыдущий спорный период. Но до сих пор остаются те, у кого по разным причинам не получилось решить вопрос. По состоянию на 16 февраля граждан, которые в настоящий момент решают еще вопрос по списанию задолженности перед управляющей компанией, осталось 10 человек. Из этих 10 человек 5 человек ждут решения суда. Итого у нас остается 5 льготников, по которым этот вопрос до настоящего времени не решен.